И к другим темам. У российских военных закончились ракеты. Боезапас новейших баллистических комплексов «Булава» оказался полностью израсходован в ходе испытательных пусков. Теперь под угрозой срыва главные испытания российских атомных подлодок последнего поколения — Юрий Долгорукий и Александр Невский. А без их проведения новейшие субмарины не смогут принять на вооружение ВМФ России. Для дополнительных пусков предлагается взять ракеты «Булава» из числа предназначенных для вооружения других подлодок этого класса. Однако решение пока не принято. Примечательно, что одна «Булава» стоит около 1 000 000 000 рублей. Считается, что принятие этих ракет на вооружение атомного подводного флота выведет ударную мощь ВМС России на новую качественную ступень. Разработка ведется с 1998 года. В марте 2012 Минобороны объявила об успешном окончании испытаний «Булавы». Новые ракеты должны поступить на вооружение российской армии уже в октябре этого года.